Берегись! Не волнуйся, я займусь им. Во имя Талоса и Девяти. Сэра Родерика! За Талоса и Девятерых! Не волнуйся, я займусь им! Yeah! Рыцари Девяти! Берегись! Не волнуйся, я займусь им! Что-то я не узнаю местность. Думаю, мы идем в неверном направлении. На сэра Родерика! Берегитесь, сэр! Берегитесь, сэр! Я на твоей стороне! За Окатоши и девятерых! Что-то я не узнаю местность. Думаю, мы идем в неверном направлении. Сэр Родерик, ты был храбрым рыцарем и хорошим наставником. Да будет твое имя навечно сохранено в анналах реликвий. Я в твоем распоряжении, сэр рыцарь. Не волнуйся, я буду поблизости. Берегитесь, сэр! Сэр Родерик отомщен, а у тебя меч крестоносца. Я вернусь в Приорат и сообщу своим собратьям-рыцарям хорошие новости. Доброго пути! Дерутся лучше, чем ты! Закончится здесь! Это все, что ты можешь? Закончится здесь! Даже крабы дерутся лучше, чем ты! Ганридель, я дрессирую псов и тренирую людей. Предпочитаю псов. Людей я обучаю акробатике, бегать и прыгать. Псов я учу кусать людей. Прощай. Чай. Спасибо. Я был уверен, что эти существа покончат с нами. Воистину, ты защитник веры. Я могу показать тебе кое-что. Береги себя. Так-так. Посмотрите-ка, кто к нам пожаловал. У меня есть еще одно сообщение от Серого Лиса. Серый Лис требует встречи с тобой. Пожалуйста, отправляйся в дом Атрелоса в эльфийских садах имперского города. Да укроет тебя тень. От тебя пахнет смертью. Часто вызываешь нежить? Рад видеть тебя вновь. Могу я сопроводить тебя наверх, к моему хозяину? Очень хорошо. Пожалуйста, следуй за мной. Как поживаешь? А, охотник за сокровищами. Пожалуйста, присаживайся. Ах, да, мой друг охотник за сокровищами. Чем могу быть полезен? Да, тебе удалось найти еще одну статую? А, второй предок. Отлично. Я думал, что с первой статуей тебе просто повезло, но теперь я вижу, ты обладаешь способностями к поиску артефактов. По счастливой случайности мои исследования подарили мне новую информацию, которая может оказаться полезной в поисках остальных статуй. Я выяснил название нескольких айлейдских городов, куда могли быть вывезены эти статуи во время осады Башни Белого Золота. Единственные места, сохранившие свои древние имена до сегодняшнего дня, это Маранда, Макаментейн, Виньяндавик, Нинандава и Фанакас. Я не могу гарантировать, что дело так и обстоит, но, по крайней мере, это может послужить отправной точкой для твоих поисков. Да, тебе удалось найти еще одну статую? Превосходно! Потрясающие способности! У меня есть еще одно задание, которое должно заинтересовать человека, наделенного твоими талантами. Очевидно, твои способности не ограничиваются простым ограблением могил. Думаю, ты можешь справиться и с более сложным заданием. Интересует? Превосходно! Взгляни на этот набросок. В древних текстах это место упоминается как Великий собор. Тебе оно известно? Мало да? Действительно? Должен признать, это никогда не приходило мне в голову. Но да, это имеет смысл. В любом случае, это, конечно, облегчает нашу задачу. Великий собор относится к позднему айлейдскому периоду. Время после падения башни Белого Золота было крайне сложным для народа айлейдов. Меня чрезвычайно интересует тот период. На рисунке, который я дал тебе, изображена резная панель из центрального зала Великого собора. Полагаю, эта резьба сможет пролить свет на историю айлейдов, если, конечно, у меня будет возможность изучить ее. Твоя задача — добыть ее. Для этого тебе понадобится ключ от внутренних помещений Великого собора. Вот, возьми его. Я неохотно расстаюсь с ним. Смотри, не потеряй его. Именно с этого ключа много лет назад начались мои поиски Великого собора. Разве тебе не надлежит быть в Малоди и искать резьбу, которая так мне нужна? Еще увидимся. Доброе утро. Серый лис ждет внутри. Я ждал тебя. Присаживайся. Так как, готов ли наш мастер-вор к последней великой краже? Это будет великая кража. Об этом ограблении будут слагать легенды и говорить еще многие десятилетия. Мы собираемся украсть один из древних свитков из имперского дворца. Ты принимаешь этот вызов? Нет никакого покупателя. Мы сделаем это ради славы, а не ради денег. Наши имена станут легендой. Кроме того, этот конкретный свиток нужен мне лично. Что касается твоей награды, прошу довериться мне. Если мой план сработает, ты получишь награду куда более ценную, нежели деньги. Ты сделаешь это? Отлично. Я 11 лет планировал это ограбление. Камень Савиллы предоставил последний кусочек необходимой мне информации. Древние свитки хранятся в имперском дворце за дверью, которую взломать невозможно. Камень Савиллы открыл путь, позволяющий обойти эту дверь. Тебе придется пройти старым путем. Он раньше использовался в качестве тайного пути отступления для императоров, но о нем уже давно забыли. Чтобы открыть этот вход, тебе нужно проникнуть в подвал дворца и активировать сосуд времени, что бы это ни было. В имперской канализации. Вот ключ от ворот этой части канализации. Я пошарил в карманах самого Окату, чтобы добыть его. Мои манипуляции с камнем Савиллы дали мне ниточки, но не детали. Я знаю, какие инструменты тебе понадобятся там, но не сами препятствия. Сапоги быстроногого Джека позволят тебе добраться до недоступных мест. Также они защитят тебя от падения с большой высоты. Стрела высвобождения — это единственный способ открыть последнюю дверь. Возьми и то, и другое. Когда ты окажешься в самом дворце, тебе нужно будет найти читальный зал. Слепые жрецы доставят свиток тебе туда. Я устроил так, чтобы знаменитая Селия Комаран захотела прочесть определенный древний свиток. Не спрашивай как, но она обязательно задержится в пути. Ты займешь ее место. Не говори со жрецами. Глаза их завязаны, и они не поймут, что перед ними не она, если ты не заговоришь. Как глава гильдии, я освобождаю тебя от цены крови, если во время этого ограбления тебе придется совершить убийство. Но на стражу я повлиять не могу. Я все записал для тебя в этой книге. Я выбрал тебя, потому что ты лучше всех. Удачи!